И всем привет, с вами снова Бивис, и это 18-я серия по Minecraft Sky Factory 3 от Feed the Beast. В прошлой серии мы начали компьютеризировать нашу систему. У меня была небольшая проблема с тем, как подключить сундук в прошлой серии, но... Я в прошлой серии, в принципе, ее уже решил, но... Не было времени уже, чтобы сделать... Но вот серию мы обязательно сделаем, мы подключим наш сундук. И давайте приступим. Для этого нам нужно сделать external storage. Вот такую вещь. Для этого нам надо три процессора разных. И у меня из них, увы, нет никаких. Значит, мне нужно сделать три так и три так. Также мне нужен редстоун. И... Так, кварц у меня есть. И глоустоун есть. Мне нужен только редстоун. Отлично. Давайте сделаем... А, редстоун уже здесь, и эти принты есть. Зря только делал, но в будущем может понадобиться. Делаем раз. Делаем два сразу. И ждем. Так, приготовим наш кабель. Так, одна готова. И вторая готова, отлично. Загружаем это и это. Прошу прощения. Так, и делаем, значит, так и так. Один. И так, второй. И последний готов. Отлично. Еще раз посмотрим, как он делается. Так, нам еще нужно три стали и два сундука. Раз и два. Так, нам надо будет еще одну вещь с вами сделать. Так, в принципе, здесь сразу крафтим. Готово. Надо перенести вообще, желательно бы все вот это вот сюда как-нибудь. Давайте сломаем контроллер. Так. Рано я, наверное, сломал. Так, давайте вот это выгрузим. Прошу прощения. Я вернулся. Так. Значит. Сначала мы делаем вот так. А потом вот так. И подключаем сюда Flux Point. Отлично. Здесь мы закрываем. И здесь тоже закрываем. Готово. Ставим сюда наш экспортер. И каблу. Точнее, кабель. И ни хрена почему-то не сработало. Ой, почему экспортер-то? Вот это нам надо. Не то поставил, ребят. Вот это нам надо. И вот все наши ресы. Все наши ресы. 7500 каблстоуна. Блейзроды. И все это стакается. До бесконечности, наверное. Честно, точно даже не знаю.
Отлично. Отлично. Давайте теперь знаете, что сделаем? Чтобы эссенция тоже сюда поступала. У меня где-то должен быть, по-моему, еще один эндерчест. А может, у меня его и нет. Но пока давайте сделаем крафтинг грид. Нам нужен обычный грид, крафтинг тейбл и процессор. Помню, что нам надо для обычного грида. Нам нужны, получается, в общем, два таких процессора. Два синих, два желтых и красный. Значит, мы делаем два таких процессора. Значит, нам нужно 5. Как они вот называются-то? Принтер силикон. Так, это уже можно запускать. Можно было сделать несколько. Также можно ускорять, в принципе, ребят. У нас есть апгрейды. Нужен апгрейд. Для апгрейда нужно... Да, в принципе, особо ничего не нужно. Апгрейд мы, наверное, сделаем. Силк тач апгрейд, фортуна апгрейд. Апгрейды на фортуну даже есть. Отлично. Так, теперь загружаем 3. Собираем. Так, это можно выгрузить. Теперь у нас есть очень хороший поиск по сундуку. Мы можем здесь искать то, что нам нужно. И это очень хорошо. Также я думаю, наверное, сегодня еще заняться... Да что такое? Мой любимый МТС шлет немного смс. Заняться созданием нормальных инструментов. Так, нам нужно два таких и один с кварцем. Где кварц? То ли я слепой, то ли я его выгрузил. Да, я его выгрузил. Так. Это сюда и это сюда. Отлично. А в принципе, что ему чуть? А, нужно сначала сюда зайти. Так, это есть. Это есть. А, вон как. Нам нужен алмаз, ребят. Ошибочка. Не тот. Это не тот. Нам нужен алмазный. И также нам надо скрафтить еще крафтинг стейшн. Упс. Не то. Так. Готово. Давайте сделаем. Так. Отлично. Ну это давайте тогда выгрузим. Да, кстати, вот наши эндер-честы. Возьмем также на всякий случай желтую краску. Также нам нужны будут ноды. В принципе, у меня же есть поиск теперь. Ноды. И пайпы. Отлично.
Так, это у нас готово. Я думаю, теперь все есть, чтобы сделать крафтинг грид, да? Отлично. Крафтинг грид даже лучше. В принципе, можно обычный убрать. Но мы его оставим. Так, уже у нас есть два стака апгрейда. Они нам тоже пригодятся. Ну и пойдемте, наверное, подключим. Вырубим последнего слизнячка. Сделаем так, чтобы наша эссенция сразу поступала нам. Так, как бы нам это реализовать? Давайте сделаем так и так. Тут тоже пока сложим. Так, значит, сюда мы ставим Ender Chest. Сюда мы ставим ноду. Сюда одну и сюда одну. А наверх я не могу подключить. Могу. Так, вот этого бы нам не надо. Нам все равно идти вниз. Потому что я забыл поставить второй сундук. И возьмем ключ. Так, и сразу подключим сундук еще. Так. Можно, в принципе, его сюда подключить. Здесь апгрейды уже стоят у меня. Поставим его прям. Нет, значит, здесь не вариант. Хорошо, мы поставим его в другое место. Давайте поставим его вот сюда. Ставим на него ноду. Ставим на него стак апгрейд. Пайп. Отлично. Теперь идем туда и делаем то же самое. Ключом вот это мы только уберем. Давайте здесь стак апгрейд поставим. А в чем проблема? Скорости не хватает. Не хватает скорости. Это не беда. Давайте сделаем апгрейды. Нам нужен спид апгрейд. И стак апгрейд. Когда же вы кончитесь? Надо найти их спам, мне кажется. Так, мне нужно. Возьмем редстоун. Также мне нужно, помимо редстоуна, золото.
Еще мне надо поесть. Я забываю об этом. Где мой хлебушек? Так. Это мы взяли. Надо еще, наверное, экспону взять. Отлично. И давайте сделаем апгрейды. То, что ты тут стоишь. Походу. Давайте его заберем отсюда. Ну и поставим куда-нибудь. Вот сюда, к примеру. Заберем отсюда ненадолго апгрейды. Поставим их сюда. Вообще не понимаю, что происходит. Серьезно. Они теперь как-то конфликтуют, что ли? Что-то походу изменилось. Типа GP не хватает. Хм, странно. То есть 28, 28, 56. Не показывает что-то 16. Или 16 на одну эту. Не знаю, что происходит такое, но... Но да ладно. Так, возвращаем сюда апгрейды, а то мы без энергии останемся. Так, алмазики у нас есть. Алмазики нам нужны для стака апгрейда. Стак апгрейд нам нужен еще два. Раз. Два. И спид апгрейда нужен. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Да, четыре. 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 А, нет, здесь уже... Здесь уже нам надо... Так вот. Здесь уже нам надо вот так вот. А что, у меня костюмы кончились, что ли? Не понял. Все забрал. Куда они делись? Странно. Я, может, что-то просмотрел. Ну ладно, не проблема, сделаю еще. Очень странно. Опять какая-то проблема. Что творится, я не пойму.
Давайте посмотрим, как я могу эти платы еще сделать. Крафтингом. А, не плат мне нужно. Мне нужно то, что из нее получится. Вот это мы только здесь. Ну, ладно. Вообще не пойму, что происходит. Может, мне надо как-то развивать GP теперь? Я даже не знаю, если честно. Стоп, что я делаю? Ай! Я вкурил, короче. Я... Все. Я, походу, сплю уже, ребят. Вот они лежат. 7 штук. 7. Теперь у меня есть еще 4. Ну, в натуре, болван. А здесь мне нужны просто золотые слитки. Все. Про 100. Один ускоритель. Да, наверное, это сегодня будет последняя серия, которую я запишу. Ну и как, есть у нас результат? Так. Ну и давайте здесь, наверное, прокопаем. Чтобы не ставить все-таки еще один эндерчест. Или поставить. Я даже не знаю. Да давайте поставим. Так, берем ноду. Берем пайп. Так, берем наш сундук. Сразу берем краску. В принципе, сундук можно поставить сюда. Сюда мы ставим speed upgrade и stack upgrade. И в желтенькую красочку. Отлично. И закрываем все это дело. Кстати, у нас есть шанс набрать на броньку. У нас есть открытый эндерчест. Что-то он не справляется. Ой, что-то не справляется он. Давайте посмотрим, почему. Здесь полно. Значит, тот, походу, выгружать не успевает. Не беда, мы сделаем еще спид-апгрейдов, чтобы он успевал. Прям вот 6 штук сделаем. Бах. Вот так вот. Так. Все, сейчас полетит. Вот это я понимаю.
пусто, тут пусто. И тут пусто. Давайте сразу выгрузим то, что мне не надо. Пока. В принципе, мне тут вообще почти ничего не надо. Пока. Так, и пойдемте заберем лут, который у нас тут. И попробуем сделать еще что-нибудь для брони. А, мы закончили, потому что нам нужна, нужен этот кристалл. Да-да-да, точно, ребят, я и забыл. Нам надо сдолбать визер. Фу. Для визера тут есть специальный обсидиан. Необычный. Так. Вот он. Или вот этот. Или не этот. Даже не знаю. Визард. Давайте посмотрим все, что связано с Визард. Чуть неправильно написал. Да нет. Так, ну допустим, если этот, нам надо 4 обсидиана. Ого. Кристалл какой-то. Это что такое вообще? Демоник Вилл. Эх ты, нет, это явно не то, ребят. Вот он. Вот. Нам нужна Дарк Сталь. Можно сделать вот здесь. Crushed Coal. Делается в крашере из угля. Обсидиан и железо, понятно. И обсидиан. Ну и в принципе можно заняться этим. Я думаю. Почему бы и нет? Так, вот здесь бы все сделать как красивее. Как нам это сделать? А я, наверное, знаю. Вот это мы сейчас пока сломаем. Да и вот это мы сломаем. Так, ломаем вот эти блоки. Также мне придется сломать вот этот блок. Вот этот блок. И вот этот блок. Раз, два, три и четыре. Закрываем все это дело. Кстати, тут у нас все чистенько, все чистенько. Хорошо. Так. Здесь мы вылетаем. Закрываем. Добавляем сюда один стак. И один спид. И сюда то же самое. Отлично. Как будто ничего не изменилось. Так. Началось. Началось. У меня в фармере просто кончилась энергия. Почему? А потому что опять что-то глючит.
И она не появляется. Пойдемте посмотрим, почему. Че опять у нас пошло не так? Ну так мне просто энергии не хватит. Делать еще одну печь. Вот это все дело мешает. У меня есть одна классная идея. Я сейчас, наверное, ее воплощу в жизнь. Ну, конечно, здесь энергии у нас тоже нет. Так, нам нужно ведро. Сейчас мы зальем их лавой. И все, проблем не будет. Нужны только ведра. Вот они. Ведра выпустили. Вот это надо выпустить. Вот это, вот это, вот это. Оп, спид-апгрейд. Я тоже зря выгрузил. Апгрейды мы вернем. Отлично, пойдемте возьмем лавы. Может быть, это из-за такого количества слизней меня подлагивает. Если что, сейчас еще мечом поможем. Пускай горит весь лут, не жалко. Как теперь у нас дела с печкой? Нифига. Давайте, ребята, я сейчас, наверное, просто перезайду, и мы вернемся. Я вернулся, ребята, пока я перезаходил, я просто все понял. Все эти ускорители, апгрейды точнее, им нужна GP, Grid Power. Мне надо построить еще вот этих вот генераторов. Давайте посмотрим, что надо для их крафта. Так. И где они? Watermill. Stone Bart у нас есть. Но это вообще не проблема. Ага. Как они называются-то? Я все время забываю. Эндер. В общем, Эндер. Пойдемте, давайте сделаем их. Еще несколько штук. Так, нам нужен редстоун. Дерево у нас есть. Так. Красные факела сразу возьмем. Так, вот наши части. И что-то еще. А! И вот оно. Так, отлично.
Watermill. Так. Сделаем сразу 8 штук. Отлично. Теперь дальше нам нужны палки. Много палок сделал. Ну и ладно. Так. Нам, в принципе, надо найти дерево всего-навсего чуть-чуть. Так, нам их нужно 16. 16 не получается, надо еще делать в кило. Так. И так. Отлично. Боюсь, вот этих камней нам тоже не хватит. Хватило на 6. Даже меньше. А почему? А, я это не загрузил. На 6. Stonebird. Давайте посмотрим, как его делать. Вот здесь из обычного... не из обычного. Ну ладно, я думаю, нам этого пока хватит. Так, надо взять булыгу. Давайте перекоптим. Так, так и так. 6 есть, это уже хорошо. Это уже, считай, просто отлично. Так. Значит, разбиваем здесь и здесь. Так, так. И вот здесь. А, еще раз. Вот здесь. Так, где наши камни? Так, берем ведро. Я думаю, одного ведра хватит. Если мы вот здесь вот разольем. Так. Так. И так. Давайте попробуем еще вот здесь вот разлить. Не знаю, не ухудшит ли это положение. Сейчас вообще 10 стало. Да, самый оптимальный вот здесь вот просто. Наверное.
14, 14. Пускай здесь будет 11. Уже есть запас. Уже есть запас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, это мы тогда ворачиваем. То есть, чем больше у нас апгрейдов, тем больше нам нужно GP. Так, теперь у нас поперла энергия. Может быть, даже комп запустился. Да, запустился комп. Отлично. И мы что-то хотели сделать. Я из-за этого уже забыл, что. Вот не помню, ребята, все. А вот не помню я. Мы хотели что-то скрафтить. А, мы хотели подготовить все для того, чтобы бить визера. Мы хотели бить визера. И нам нужен обсидиан и крашит кол. Короче, берем уголь и идем к крашеру. Кстати, одна голова у нас уже есть. Да, еще я хотел сделать хороший меч. Так, ну давайте возьмем 3. Хотя 3 это, наверное, многовато. Слушайте, а точно можно только через крашер, а вот через этот нельзя? Во. Есть дабл крашер. А в чем разница? Двойной, наверное. Ну ладно, не буду сейчас этим заморачиваться. Пускай делает. И на этом эта серия заканчивается. Мы все-таки компьютеризировали нашу систему. Наш комп теперь подключен к этому сундуку. Также я здесь сделаю еще автокрафтер. Сделаю специальные диски. Кстати, можно еще вот так сделать. Стали. Сталь можно получить. Ну, опять-таки, в принципе, дешевле крафт получается. Вроде как. Ну, ладно. Мы все-таки сделали то, что хотели. Мы успели. И думаю, в следующей серии мы будем готовиться к убийству визера. И сделаем все-таки себе, в конце концов, этот супериум костюм, супериум броню. И с вами был Бивис. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем счастливо, пока.